Внесение изменений в порядок и условия приватизации муниципального имущества города и приведение в соответствие федеральных требований положения контрольно-счетной палаты. Эти и другие актуальные общегородские вопросы обсудили депутаты городской думы 7-го созыва сегодня на 20-м заседании. На повестке дня и досрочное прекращение полномочий депутатов гордумы Михаила Натальчука и Вячеслава Дормидонтова. Они уходят работать в областной парламент. Победили и сегодня уже представляют интересы жителей Самарской области, нашего города, значит, парламентарием стали областного масштаба. Рады, поздравляем их. Ну и есть процедурные вопросы. Значит, один представлял совет в Думе Кировского совета, другой в железнодорожном районе, поэтому нам сегодня процедурный вопрос, вывод на основании их заявлений. И вот кировчане уже, так сказать, определились своим депутатом. Совет депутатов Кировского района делегировал в Думу городского округа Самара вместо ушедшего Виталия Дормидонтова Алексея Авдеева. Новоявленный депутат изъявил желание работать в комитете, который отвечает за работу сферы ЖКХ, где у него имеется большой опыт. Спасибо, уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием и великим желанием присоединюсь к работе в городской думе и буду работать на благо наших граждан. Одним из ключевых направлений работы городских властей остается развитие дошкольного и школьного образования, в том числе укрепление сотрудничества с частными школами и детскими садами. Негосударственные образовательные учреждения берут на себя часть нагрузки, реализуя утвержденные в стране программы начального и среднего образования. Часть из них субсидируется, включая средства правительства Самарской области. Положительные результаты взаимного сотрудничества не заставляют себя ждать. На заседании городской думы почетным знаком за заслуги перед городским сообществом наградили директора частной школы Татьяну Садовникову. Что? Ну, мы будем стараться все наши школы, наши школы в том числе, соответствовать той высокой планке, которую держит ваше самарское образование. Спасибо вам огромное. В преддверии Дня учителя в Самаре при поддержке депутатов городской думы пройдет и масштабная акция «Самара. Цветущий сад», в рамках которой по периметру школ и детских садов посадят 1500 саженцев яблонь самарских сортов. «Спартак», «Куйбышевская», «Жигулевская», «Кутузовец» и «Северный синап». Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.